Че, ничего не клюет? Опа, 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 опа! Тяни, Кать, тяни, Кать! Тяни рыбу за яйца, тяни! Тяну, пусть. Так клюнула же, так ты сразу должна вытягивать. Как только клюет, сразу тяни. У меня уже 6 сырых тресок, один сырой лосось и один... У меня почему-то ничего нет, я не умею ловить рыбу. Потому что ты реально не умеешь. Вот-вот, сейчас будет клевать. Тяни, 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 тяни! Рыбка попала! Первую рыбку свою словила, первую рыбку, Кать, я тебя поздравляю. Давай мы еще немножко... Не смей прыгать, пожалуйста. Нет, все, я хочу за сокровищами. Вперед! Покойся с миром, там, Катя. Иглобрюх! Сама ты иглобрюх, иглобрюх, вот иглобрюх, держи иглобрюх, это не иглобрюх. Короче, Кать, в первую очередь, перед тем, как мы с тобой отправим... Надо залатать эту дырку, потому что я сам сюда уже падаю каждый раз, когда пробегаю мимо нее. Перед тем, как мы отправимся за сокровищами, потому что в предыдущей серии мы нашли еще одну карту клада, а подписчики сказали, то что знаешь, что они сказали? Нельзя оставлять Чебурака одного дома, потому что когда у собаки опущенный хвост в Майнкрафте, это значит, что у него очень мало здоровья, и это значит, что он скоро умрет, поэтому надо его чем-то накормить. Да, стейк будешь? Опа, оп, смотри, реально поднимается, прям встает, дыбом встает. У него встало, реально. Ну, в смысле... В смысле, хвост. До того, как я его накормил, он был таким. Потом один я раз... Я видела, что он был опущенный. Он встал. Так, а что нам делать? Чем больше стейков, тем больше встает. Да зачем его с нами брать? Пускай дома сидит, охраняет. На это он как бы и собака, нет? Тогда нам придется возвращаться чаще. Чаще, чтобы чаще его кормить. Давай мы с тобой переночуем, Катюха, и отправимся за сокровищами. А также я тебе предлагаю в этой серии приручить тебе или котенка, или нам вместе лошадей приручить. Я котенка хочу, потому что я уже держу рыбу прям, видишь, в руках. Сразу, чтобы хоба, и дать. И тем более, как бы я еще и сам тебе рыбы наловил, поэтому держи еще 6 сырых тресок. Забирай тресок и погнали. Давай садись, Катюх, и поехали. Оп. Погнали. Задний ход, вот сюда. Иглобрюх, заберем. Так, куда нужно отправляться по этой карте? Я пока что не понимаю, куда она, в принципе, ведет. Наверное, как обычно, опа! Прямо. А ты не помнишь, какая карта была тогда? Такая же или, ну, я рисунок может не другой? Ну как бы каждый раз другие карты, поэтому фиг его знает. Вот куда-то показывать в ту сторону, а тут еще один корабль. А, или тот, это да, тот, который да. мы залутали в предыдущий раз. Это тот же. Подписчик написал, что где-то мы пропустили с тобой корабль. Но мы, помнишь, потом вернулись к нему, кстати. Да, подписчики каждую серию пишут то, что мы там что-то нубасосины пропустили, то, что мы там нубасосины что-то не залутали, то, что мы нубасосины туда не пошли, нубасосины сюда не пошли. Не, ну на самом деле, да, реально есть годные комментарии. То есть я бы не знал, если бы не подписчики, то, что когда собака хочет кушать, у нее опущенный хвост. И только потом, если ее накормить, у нее встает. Так. Хвост! Кстати, мы приехали, точнее приплыли. По-моему, оно то где... же самое место. Ну не, ну как бы они все немножко похожи, но это вроде отличается. Давай вылезай. Оп. Слушай, если мы с тобой найдем алмазики, это будет прям круто. Знаешь, почему круто? Потому что нам с тобой в этой или в следующей серии нужно добыть уже обсидиан для того, чтобы отправиться в ад. Ад, моё любимое, ад. Я бы так не радовался на твоем месте, когда мы придем туда в ад, ты посмотришь, что там происходит. Там чертики бегают и все остальное. Так, Кать, подвинься немножко. Подвинься. Копай здесь. Да. Копай, здесь? На. Держи. Лопату мне срочно. Я дал лопату, копай. Катя копает, можно немножко даже почилить, поотдыхать. Давай, Кать, под собой копай, туда вниз, давай. Копай. Ну тут-то можно, тут лавы 100% не будет. Просто бери, копай вниз. Вот где-то вот здесь должен быть клад. Ну, я, по крайней мере, очень сильно на это надеюсь, то, что здесь что-то да будет. В прошлый раз нам повезло лучше. Да, в прошлый раз он был прям на поверхности. Опа. Сейчас... Что? Это что такое? А сейчас я что-то вообще... А он точно тут вообще? Подожди. Ну да, мы прям на нем копаем. Эй, что за обман? Может быть где-то по бокам? По бокам. Так, подождите, нас походу пытаются обмануть, Кать. Вот где-то вот здесь он должен быть 100%. Ну все, сейчас копай. Копаем. Вот с этой стороны копай, вот с этой стороны копай. Какой? Да, давай, копай. Ага, если ага, сейчас нам ага. там попадется какая-то фигня, которую мы сразу же выбросим, это будет обидно, потому что мы с тобой здесь уже раскопали все, что... А, я вижу его! Вот где? Он! Где? Вон он, вон вижу, он, вижу, он. вижу! Давай, прокапывай! Давай, Катюха! Ой, зачем я топор-то выбросил случайно? Так, оп. Так.
Ой, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он! Так. Вижу, вижу, вижу. Опа, опа, так. Фу. Копай. Вау! Вау, нифига нет. Здесь нет. Да, опять сердце моря, опять кожаная куртка, золотые слитки. Ну, кристальный призмарин нам... или как он там называется? Вот эту кожаную куртку можем оставлять и топать дальше. Все, какие пошли. Оставлять здесь? А у меня, да, кстати, скоро сломается моя броня железная. У меня на самом деле уже почти шлем сломался, и остальное тоже у меня сейчас сломается. Надо себе будет скрафтить новый сет. Да ядрить, колотить, только что выстрелился, сразу же упал. Так. А, ой, что-то я задумалась. А ты когда-нибудь видела в Майнкрафте черепаху? Вижу сейчас, прям в данный момент. Ты что, дурак, что ли? Ты зачем такой столб выстрела? Я говорю, я задумалась нечаянно и в это самое. Ты в стратосферу хотела столб выстроить, тебе просто нужно... Извините. Черепаха! Давай назовем ее Паша. Кстати, хорошая идея. Садись давай, я сейчас без тебя уплыву. Все, до свидания. Эй! Смотри, смотри, смотри. Тут еще одна черепашка. Смотри, какая. Ты видишь? Скоро у нас будет полный животный мир. У нас скоро будет реально весь зоопарк. Я хочу черепашку, я хочу котика. Собака у нас уже есть. Ты черепашку собралась арбузом кормить? Ну, да. Ее надо кормить водорослями, если я не ошибаюсь. А где их взять? Быстро дай мне водоросли. Где водоросли? Вот они под тобой, вот там в воде. До свидания. Оп! Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп! Все, готово! Черепаха! Еда уже рядом. Эта черепаха прям взбесилась. Мне кажется, она на тебя обиделась, что ты ее хавчик украла. Давай, корми. Эй, в смысле украла, держи! Эй! Это ламинария, что? И водоросли-то, ёпрст! Я тебе сказал, тебе не ламинат нужен, а водоросли нужны, Кать. Так, сейчас, подожди. Это водоросли? Я не знаю. Да где сраные водоросли, извините? Не надо нам ламинат, мне кажется, к ламинату мы вернемся чуть позже. Давай потопали в другую. Пошли, Кать, у нас времени очень мало. Давай, сейчас тебя задавлю! Ну, нам в любом случае сейчас черепаха не нужна, потому что мы яички можем ее забрать только тогда, когда у нас будет кирка на шелковое касание. Вот, поэтому... Чего? Шелковое касание. Это что за гель для душа, паумолив какой-то? Шелковое касание? Что это такое? Это чары на кирку, с помощью которых можно ломать блоки. Господи, сложно. Ну, короче, можно ломать блоки, они не ломаются, если вот так как-то вкратце. Ломать блоки, чтобы они не ломались, и зачем их ломать, если они не ломаются? Забей, нубяра, это сложно. Потом я тебе все объясню. Криперы, привет! Ядрёна мать, ты смотри, сколько там много всяких монстряков. Давай мы туда не отправимся, Кать. Давай. Ой, у нас тут гости, пацаны. Здравствуйте, молодые взрослые люди. Кать, ты хочешь увидеть утопленников? Да. Так, ну смотри, сейчас мы здесь немножко наколдуем. Давайте, молодые люди, сюда к нам. Ближе. Ага, вот так, да. Я ничего не вижу из-за тебя. Ну сейчас он водички напьется. Ага. Верный театр, ты чё меня пугаешь? Вот ой, как фантом! Фантом летит! Спасибо. Ты думаешь, я драться не умею? Угу. До свидания первый, до свидания второй. Ой, меня твои шуточки научили уже выживать в экстренных ситуациях. Видишь, и будешь мне потом благодарна, то, что я тебя троллил как ненормальную. Вот каждую серию я тебя троллил. Вот видишь, в экстремальных условиях намного проще учиться играть в Майнкрафт. Ой, сейчас я тебя в утопленника превращу. Угу. И что это было сейчас? Так, пес, ты хочешь кушать? Ой, все, давай с тобой переночуем в очередной раз и потопаем за или лошадками, или за котейкой. И лошадки, и котейки. Не слишком жирно? Нет. Дурачок. Так, котейка вот в той стороне, там, где деревня, а лошадки вот в той стороне, там, где долина. Куда мы отправляемся? Я предлагаю сначала лошадок, потому что на них можно передвигаться. Давай, пошли. Давай, быстро, быстро! Да! Ой, что тебе надо? О, я его просто убивал! Угу. В другую сторону нельзя было убить? Не в мою!
Ой-ой-ой, подожди, тут махач, Кать, тут махач, не бей, смотри. Дураки. Они друг с другом, что ли, дерутся? Да, ну просто один другому в затыльник случайно выстрелил, поэтому... У них все хорошо там. Ну, я хочу белую лошадку, белую. Белые существуют вообще? Да, есть белые лошадки, есть черные, есть коричневые. Мне кажется, они очень редкие. А ты где? Ну да, вроде белые, да, вроде вижу. Белые самые редкие. Давай, топай, Катюк. Слушай, а мы с тобой вернулись туда, где мы начинали наш сезон. А здесь есть что-то? О, так, блин, даже это не взросла, пшеница. А нет. Сундучок, стрела, перо, кость, кожа, ля. Ну, слушай, а реально, почему вот оно не росло до сих пор? Может, потому что нас здесь не было. Кстати, да, возможно. Наверное, пшеница просто скучно без нас, поэтому она не растет. Я вижу ходячие шашлыки, я вижу ходячую говяжку, я не вижу лошадей. Если увидишь, сразу же ори, хорошо? Я не вижу тебя в первую очередь. Ой-ой-ой, а что это у нас там такое? Только не говорите, пожалуйста, что это еще один корабль, Кать. Где? Ну давай, пожалуйста, мы не будем с тобой на каждый корабль обращать внимание, вот он там перед нами. О, вижу. Ну пойдем сходим, вдруг там алмазы. Давай я одна. Какая одна? Я тебе не доверю такое сложное задание. Пошли, давай мы с тобой сначала лошадок найдем, а потом отправимся на этот корабль. Давай. Ладно, так уж и быть. Я понимаю, что я жоп... бы смогла одна. Ну я да, конечно. Я говорю, я понимаю то, что жопа чешется, хочет новых приключений, но давай хотя бы не каждый раз на каждый корабль будем с тобой отправляться. Все, пошли. Придина. Вот так. Давай. Да, сейчас. Опа, Кать! Смотри! Где? Одну лошадку нашли! Моя! Там еще вторая, я даже третью. Три лошадки, Кать! Так, четыре даже лошадки! Ура, моя ты зайчка лошадиная. Давай, лошадиная зайчка, давай, ты тогда вот эту выбираешь, да? А я чуть дальше пробегусь. Тут прям коричневая такая. Ну она, конечно, скучненькая, конечно же. А что надо сделать? Ну просто садись на нее. Иди сюда, я тебе сначала седло дам. Так у меня есть седло, оно у меня в руках, что надо сделать? А что, у нас тогда три седла получается? Надо правой кнопкой или левой? Ну сначала просто садись пустой рукой. Садись. Пустую руку возьми. Ага. Давай, садись, пока она тебя не полюбит. Я-то думал то, что лошадок нужно приручать с помощью яблок, но подписчики предыдущей серии написали... Кать, кстати, вопрос. Что мы делаем в каждой серии? Читаем комментарии подписчиков. Естественно, это как правило. Да, это как правило. Мы читаем все комментарии. Меня-то не задави. Мы читаем все комментарии подписчиков. И спасибо, ребят, вам за такие годные советы. Потому что я уже хотел собирать там где-то стак яблок для того, чтобы приручить лошадку. Как оказалось, лошадку можно просто так приручить. Ну, короче, на нее нужно садиться до тех пор, пока она тебя не полюбит. Она меня не полюбит никогда вообще. Вот, полюбила сразу. Ура! Же! Все, да, теперь можно седло надевать. Да, надевай седло. Кать, знаешь что еще? Ёп! Пирный кобздец, знаешь, что мы с тобой забыли? Что? Почему мы с тобой не взяли вот эту железную броньку, которая была в этом данже? Я взяла ее себе. Ах ты, собака-то такая блохастая. Ища, и то есть, подожди, я приручил тоже его. Все. Не, открой инвентарь, садись, нажми букву Е, открывай и надевай себе. Вижу, сейчас седло раз, и броня железная два. Ну так, ну посмотрите, какая у нее лошадка, у меня голая вообще получается. Ну смотри, мы с тобой сейчас можем путешествовать намного быстрее. Да, кстати, удобней. Сейчас у нас будет немножко сложноватая задача, нам вот этих лошадок надо переправить через море. Короче, мы с тобой крафтим по лодочке, у тебя есть дерево? У меня есть дубовые доски. Давай, крафтим по лодочке. Давай быстренько. Я себе лодочку, ты себе лодочку. Сейчас я немножко дерева добуду, а то у меня нет. Так. И вот так. Все, давай, забирай. Опа. Так, как бы сейчас ее сюда засадить? Лошадь? Да. Надо засадить ее в лодку. Слушай, меня походу обманули. Мне сказали то, что лошадку можно перевозить на лодке, но как я вижу, почему-то нет. И что нам теперь делать? Её нельзя перевозить на лодке! Кто меня обманул в комментах под предыдущей серии? Мне сказали то, что лошадь можно перевозить на лодке, алло!
так, нам нужен новый совет теперь. Напишите, реально это правда или нет? Или просто мы что-то не так делаем? Чё-то какой-то советчик нас походу обманул. Мне реально сказали то, что лошадку можно перевозить на лодке. Ну нельзя ее вообще перевозить, она туда даже не залазит никак. Я на лодке? Мы на лодке? Ну ты как бы на лодке, да, но... Ага. Я начала лагать дико. Я слышу. Так, ладно, Катюх, здесь походу нужен план Б. У тебя есть план Б? Нет, у меня до плана А даже нет. О чем? У меня нету плана А, у меня есть план А. Советчики недоделанные! Кто сказал то, что лошадь можно перевозить на лодке? Ты что такой умный? Ты зачем строишь на воде? Оп, тест-драйв, тест-драйв, тест-драйв. Подожди, 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 сейчас. Для тест-драйва еще рано, потому что я до конца еще не успел достроиться. А мы сразу проверяем. Мы сразу прочность. Проверяем. Ага. Да. Прочный ли у нас мост, да, получается? Ну пока не упали, пока не упали. Пока не упали, ну это очень даже хорошо, но проблема в том, что у меня блоки заканчиваются, поэтому. А у меня, может быть, что-то есть? У меня ничего нет. Иди за деревом. А, нет, у меня 18 песков есть. И 8 булыжника. Это хорошо, то, что у тебя 18 песков, но пески нам никак не помогут. Понятно, а 8 булыжников? 8 булыжника помогут. Ага. Иди за деревом. За каким деревом? За деревом, которое там в лесу растет. А зачем я сюда шла на лошади? Так я тебя вот тоже не знаю, я же тебе сказал, какой нафиг тест-драйв, зачем нам тест-драйв? Иди за деревом. А как же я лошадку тут свою оставлю? Оставь, я буду за ней приглядывать. Иди за деревом. А у меня топора нет. Скрафти. А у меня нет досок. Да будь. А у меня нет... У тебя совести нет. Будь хотя бы в чем-то полезной, иди за деревом. Видишь, какая у тебя хозяйка просто задница ленивая, а? Я тут для вас мосты строю, она да вообще ничем не помогает. Вот хотя бы сейчас пойдет и дерево. И лошадь мою потом сюда принеси, пожалуйста, на руках. Ага, спасибо. Конечно, сейчас. Ой, там... Угу. Ни топора не дал, ничего не дал. Почему ты не смотришь? Я его видел за километр. Ты его не видел, а то, что он подкрадывается к тебе за спиной. Ты почему? Ты такой пописячный. А я-то тут при чем? Если тебя нельзя оставить на секунду одной, потому что ты сразу же умираешь, Екатерина. Это ты направил его на меня. А, ну да, я его заколдовал. Ну, конечно же, я просто знаком с Херобрином. Вот всегда там прошу Херобрина мне помочь, чтобы тебя убить, да? По твоей логике. О, здесь еще криперюги взрывают. Да подождите, ёханый бабай, да хватит уже. Просто чтобы вы понимали, я у этой молодой женщины везде и всегда виноват. Даже там, где я ничего не делал. Ну, то есть она пошла... Умерла от крипера, и даже здесь умудрилась сказать мне то, что это я виноват. Тебе не стыдно? Нет, потому что ты виноват. А, ну да, конечно же, проще же другого обвинить. Давай добирайся сюда и забирай свою лошадь, а то я двоих лошадей не смогу домой привезти. Бегу уже, бегу. Так, Маргарита, ты меня ждала, не скучала, все нормально? Кто? Маргарита. Ну тогда я своего буду мастер звать. Мастер? Ну да, будет у нас мастер и Маргарита. Чё? Это смешно. Оценила шуточку, оценила шуточку. Ну, конечно, всё, реально, у тебя мальчик-мастер. Прикольное имя, мастер. Только не мастер. А мне Маргарита. Давай тогда Максим будет. Ну, мастер какое-то имя, ну знаешь, не вообще никакое. Оно офигенное. Скажите, напишите, что это офигенное имя для меня, мастер. Ребят, давайте выберем в комментах, мастер будут звать моего кана или Максим. Я сказал кана, не коня, а кана. Я за мастер, это очень звучит благородно для коня. И ну, очень мастер. Символично для нашей пары. Мастер, ну, да, и Маргарита. Будет мастер и Маргарита. Ну, голосуйте в комментах. Давай, Кать, смотри, какая у нас дорожка крутая. Всего лишь за полчаса мы ее построили. Так. Понятно. Давай. По горам. Только не взрывайся, пожалуйста. Так. Я уже почти дома. Только я вот думаю, что вряд ли мы будем наших лошадей держать на корабле. Как ты думаешь? Ой, я не знаю. Я буду с ней спать. Ты с лошадью спать будешь? Да. Перепрыгивай! Она умеет прыгать. Все, до свидания. Ага. Ты что, офигел? Ты чё, офигел? Только еще раз посмей твою семью.
в ресторан на ужин свожу. Когда бежишь, зажимаешь пробел и опа, и перепрыгиваешь. И все. Ага. Отлично, давай. А где мой... Мастер, ты где? Мастер! Ты дурочка, что ли? Ты дурочка, тебя зачем перевозили? А где моя лошадь? Ты дуримон, да дуримонская. Так, нам, Кать, походу, с тобой поводок нужно скрафтить, чтобы они не убегали от нас. Поводок? Да. Так, мастер-класс, мастер. Давай, 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 давай. Так, и пробел. Короче, Екатерина, смотри. Учитывая то, что они постоянно убегают, я предлагаю закрыть их здесь в подвале до того момента, пока мы с тобой не скрафтим поводок. Подожди, а на них работает правило опущенного хвоста? Я сомневаюсь. Их нужно кормить? Да вряд ли. Я честно не знаю, надо ли их кормить. Мастер! Мастер, успокойся, пожалуйста, хорошо? Все, и не вылезать отсюда по писяки! Держи, Кать, рыбку скушай. Она вроде самая вкусная в Майнкрафте. Ага, спасибо. Ты с ума сошла? Скушай рыбу. Она колючая, это иглобрюх. И что, если это иглобрюх, значит его нельзя кушать? Ты собака, ты чё меня зарезал? Ты считаешь, что это нормально? А? Ты что со мной сделал? Ты зачем меня отравил? Это не я, это всё иглобрюх. Чебурак, странная у тебя хозяйка. Как я сюда попала? Оставайся там с лошадками. Алло! Эй! Мы похоронили Катю заживо. Эй, ты где пописяка? Все, давай серию заканчивать. Ой! Я сам не ожидал то, что я тебя убью из одного удара, но это было жестко. Мастер и Маргарита, я и Екатерина Выхухлядская, и Чебурак, реально прям уже целый зоопарк. Мы тебе говорим огромное спасибо за просмотр. Эй, эй, а лайк забыл, лайк. Как можно было забыть лайк? Лайк не забудь, лайк поставь, а мы, что мы будем делать? Маргарита? Мне кажется, от замкнутого пространства у них уже вот эта крыша начинает ехать. Да, Маргарита, ёпрасы. Thank you.